Всем привет, вы на канале Crypto Commons. Ну что, все вчера смотрели эпическую трансляцию Илона Маска, Джека Дорси и Кэти Вуд? Сразу хочу извиниться перед теми, кто пришел на серьезных щах послушать перевод. Я не профессиональный переводчик, я не могу так быстро. Я только Карл так быстро могу. И относительно Дорси у меня получалось, и Кэти. Но Илон очень сильно бубнит. В общем, спасибо всем, кто смотрел. Вот ссылка на видео, респект еще раз большой. Это наш второй канал, подпишитесь на него. Потому что сейчас вы смотрите первый. Ну и погнали. Сегодня у нас тоже интересная тема, потому что мы видим хороший отскок по крипте после этой конференции. Илон и остальные ребята говорили очень бычьи вещи. Давайте посмотрим нашего друга Дэна с канала Chart Guys. Он дает интересный очень теханализ, такой классический, по биткоину и по некоторым другим монеткам. Так что не будем долго болтать и погнали. Присоединяйтесь. Привет, криптотрейдеры, заценим наш сектор. Что там у нас происходит? Мы видим, что быки дали внушительный отскок от поддержки, смогли изменить импульс на дневном графике. Покажу вам сейчас на графиках, что я вижу, и также сравним графики с акциями американских компаний, занимающихся марихуаной. Я думаю, что вам нужно обратить внимание на то и на другое. Итак, что мы видим? Медведи удерживали полный контроль на дневном таймфрейме последние несколько недель. И выглядело достаточно ужасно. Еще позавчера большая красная свечка. И о чем говорила вам обложка этого видео, что мы действительно удержали поддержку. Посмотрите. Как я уже говорил в прошлых видео, пробитие этой поддержки влечет за собой краткосрочный отскок. И вот мы и видим это. Снова попробовали проколоть поддержку и отскочили. И много альткоинов сделало то же самое. Кардана показала тройное дно и отскочила от $1 поддержки. Эфир тоже отскочил от дна в 1700. И биткоин тоже показал двойное дно. И отскочил уже на пару процентов, но удержал поддержку. Так что сильное движение в ответе за этот отскок. И на 4-часовике мы видим, что медвежий флаг не продолжил движение вниз. И мы увидели хороший заход объемов, отскок RSI, и запрыгнули выше мувингов. И вчера я сделал пост у себя на странице в Фейсбуке, где я говорю обычно про рынки и про трейдинг. Короче, я сделал пост, подобный тому, когда фондовый рынок в 2018 году падал. Я делал пост типа: «Эй, все, кому нет еще 50, вот то, чего вы ждете. Вы хотели купить на просадке, когда все боятся, скупать страх в долгосрочные инвестиции». И мой вчерашний пост был похожий, потому что я видел очень много друзей, которые начинали говорить про крипто, те, которые никогда ничего не постили про крипто. И я смотрю, они впадают в эйфорию, говоря об этом. И мой пост вчера говорил им о том, что лучшее время для входа в долгосрок — это не тогда, когда все об этом говорят, а когда вы не слышите об этом, когда страх и когда все падает. Вот когда мы хотим потихонечку заходить в рынок долгосрочной позиции. Вот такой у меня был месседж. И он остается таким же и для разных вещей, также и для сектора марихуаны в Соединенных Штатах. Мы сейчас взглянем на него тоже. Но опять же, мы не хотим заходить в лонги, когда у нас эйфория. Мы хотим заходить в лонги тогда, когда все боятся. И любые входы в лонги в такой момент в фондовом рынке или в крипто всегда влечет за собой победу. Так что по биткоину сейчас у нас очень солидный отскок. Увидим, что произойдет. И потенциально это топливо для ракеты. Может быть, конечно, краткосрочные будут какие-то фитили туда-сюда. И опять же, это еще вчера было ожидание того, что скажет Илон Маск, какие он новости даст. И он дал нормальные новости. Причина была в просмотре этой конференции в том, что если бы он не дал никаких новостей, то мы бы нашли локальную вершину и пошли вниз. Но Илон говорил хорошие вещи. И вот у нас с вами здесь повышающийся максимум, наконец-то, вырисовывается на 4 часах. Это очень круто. Так что, как я уже сказал, мы терпеливо ждем первого повышающегося максимума. На 4 часах он уже есть, на дневке мы его все еще ждем. Когда 12-часовик или дневка покажет нам повышающийся максимум, вот 12-часовик уже близко к этому. Вот у нас сопротивление 32400, мы от него отверглись, 32500. Потенциальные перевернутые голова и плечи через период консолидации, и среднесрочные быки ждут этого повышающегося максимума, чтобы запрыгнуть уже конкретненько в лонге. И более консервативные быки ждут подтвержденного дневного смены тренда, а суперконсервативные быки ждут недельного подтверждения. Так что смотрим, чуваки. Потому что есть сейчас, конечно, обе перспективы, но я смотрю лично за 12-часовым повышающимся пиком. И
Я все еще держу свои биткоины эфирные позиции. Не такие большие, как мог бы держать, но я добавлю на них обязательно, как только увижу 12-часовой повышающийся максимум. Так что есть небольшая надежда. Удерживаем поддержку. Солидное движение. Фондовый рынок увидел 3 дня страха, и сейчас 3 дня отскока. Сиплы находятся на 1% от all-time high. И опять же, зависит от того, насколько вы агрессивен, но вам не нужно прям точно угадывать дно. Просто как пример, смотрите, канадская марихуана, 2017 год, когда я забрал свои профиты из крипто и засунул их в канадскую Мэри Джейн, вот пример того, что не обязательно находить точное дно. Вот у нас был очень большой заброс на $14, кучу процентов, сильный отскок, понижающийся максимум. И посмотрите на этот медвежий локальный рынок. Месячные, несколькомесячные движения вниз. И мы упали на 4,90. И мы увидели хороший отскок с 4,90 на 7,63. Откат, разметили повышающийся минимум, бычий флаг, протестировали экспоненциальную поддержку и пошли наверх. Я стал быком только когда мы пробили 7,63. В этот момент времени мы уже были на 55-56% в профите от дна, от локального дна. Так что я, конечно, мог поймать дно, но после этого, посмотрите, мы поперли наверх на 100% за следующие 6 месяцев. 370, почти 400%. Так что фишка в том, что вы не должны ловить дно. Вы можете подождать. Зачем ловить падающие ножи? Вы можете подождать недельную смену тренда и запрыгнуть уже в ракету, которая прогрелась, и быть в бычьей позиции уже, пускай не с самого начала, но хотя бы более-менее нормально сидеть в ракете. Так что такой расклад, чуваки, не обязательно ловить дно. Давайте вернемся к биткоину. Итак, что я сейчас хочу видеть? Дневное сопротивление, от которого мы сейчас отверглись немножко. Я хочу, чтобы мы его пробили, увидели большее движение на 33 тысячи или выше. Дневное повышающееся дно и повышающийся максимум. Отдаляемся, смотрим на недельное сопротивление. 36700 — это самая важная сейчас долгосрочная планка, которую нужно пробить. И смотрим на месячный таймфрейм. Мы сражаемся сейчас на месячном, чтобы удержать 12-ю EMA. Типа как вот здесь у нас был медвежий пробой, но не последовало за ним движение, потом был сильный отскок. Вот такого я жду сейчас по битку, как вариант. Походу, возможно, мы сформируем месячную разворотную свечку сейчас. Итак, взглянем на доминацию. Что мы видим на недельных уровнях? Мы хотим видеть для бычьей крипты, мы хотим видеть... У нас тут сохраняется сопротивление в районе 46-47 по TradingView. Мы отвергаемся от 12 EMA сопротивления. Если я биткоин-бык, я хочу видеть, что мы не удерживаем 44 и проваливаемся вниз, и альткоины начинают накачиваться еще сильнее. Потому что тогда к доллару все полетит. Эфир к доллару, тройное дно, даже четвертное дно на 1700. Хороший отскок, большое движение. Поставили дневной повышающийся минимум. На недельках тоже, смотрите, как мы эквилибрически идем. И на двухдневном таймфрейме я могу ожидать все еще понижающийся максимум по сравнению с 2400. И это не изменит того расклада, что быки будут подтверждать смену тренда. На 12-часовике очень хороший отскок. Ждем повышающийся максимум на 12 часах. Все зависит от таймфреймов. И мое мнение, для всего крипторынка сейчас будет круто, если все альты к битку покажут нам месячный повышающийся минимум. В этом случае неделька должна вот так вот по эквилибриуму закрыться и пробиться наверх. AXS, дневной эквилибриум, отбились от поддержки, 12 EMA, хороший мощный отскок. И с такой большой волатильностью в обе стороны мы понимаем, что эквилибриум — это самый вероятный сценарий сейчас. Так что просто ждем, терпеливо ждем, смотрим, что будет. Смотрим, как быки могут затолкать цену обратно в зону примерно $25. И BTC пара делает то же самое. Binance Coin, мне нравится тоже, как он выглядит. Очень ровный эквилибриум. У нас здесь понижающийся хай, повышающийся лоу, понижающийся хай. И сейчас мы можем сделать повышающийся лоу. На месячном таймфрейме тоже у нас разворотные свечи, при этом 12 EMA точно удерживает фитили. Смотрим, как получится удержать месячное повышающееся дно. И что будет в августе. И BTC пара делает то же самое. В общем, что я могу сказать по битку? Сидим на жопе ровно, смотрим. 50% отскок плюс может быть спокойно сейчас, а то и больше.
Так что увидим, как долго быки смогут удержать свой краткосрочный импульс. Посмотрим на повышающиеся минимумы. И спасибо большое за просмотр. Подписывайтесь на ChartGuys, на CryptoCommons. И всем профитроличек. Пока-пока. I'm making bone broth soup. So I come out here and grab a little bit of everything. We're gonna do first potatoes of the year. It's like a treasure hunt.